Белопероне относится к семейству акантовых и насчитывает около 60 видов растений, произрастающих в тропиках и субтропиках Америки. Некоторые ученые считают, что Белопероне имеет отношение к роду юстиции. Название Белопероне – сочетание двух греческих слов «белус» – «стрела», «перон» – «острие», очевидно из-за стреловидной формы связняка пыльника. Растение Белопероне представляет собой кустарники и полукустарники с недодресневевшими побегами, либо голыми, либо слабопушенными, такими же голыми или слабопушенными листьями, яйцевидной либо ланцетной формы, пазушные желтые, оранжевые, красные, а иногда розовые или белые цветы, иногда единичные, иногда многочисленные, собранные в полузонтике. Выращивают в прохладных, хорошо освещенных помещениях. При правильном уходе можно добиться быстрого роста и почти постоянного цветения.